Трагическая новость. 16 октября на 62-м году ушел из жизни мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России по боксу, заслуженный работник физической культуры, обладатель ордена Петра Великого первой степени Александр Иванович Рогозин. Талантливый, трудолюбивый человек, мудрый наставник, товарищ, отец. Он был предан спорту до последних минут своей жизни. Куряне простились с первым тренером олимпийского чемпиона Александра Поветкина. Работа с мальчишками была смыслом его жизни, и смерть настигла Александра Рогозина именно на работе. В Белгороде проходил чемпионат Центрального федерального округа. Курск представляли 5 ребят, среди них и Архан Гаджиев. Сердце тренера дало сбой как раз после выступления парня. Перед боем, как я боксировал, он очень сильно волновался. А вот я там показал как бы, хороший, красивый бокс. И он после этого как бы радостно ходил, там улыбался. Вот, походу, как бы вот эти... Две чувства, как бы волнение, слишком и сильная радость, как бы плохо повлияли на него. Много вложило на нас. Как бы, этому человеку всегда будет вечная память, никто об этом не забудет. В финал ребята выходили уже без наставника, заняли призовые места, которыми обязаны великому мастеру. За 40 тренерских лет Александр Рогозин воспитал целое поколение талантливых спортсменов. Среди них чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин, победители и призеры чемпионатов и первенств мира Европы и России, мастера спорта международного класса Гамзат Исалмагомедов и Михаил Захаров, мастера спорта России Евгений Воробьев, Андрей Афонин, Виктор Орехов и Владимир Поветкин. Мы потеряли очень великого тренера. Того тренера, который воспитал меня, Александра, который дал нам очень много. В жизни он был хорошим человеком, как отец, как друг. Для нас, для всего Курска, наверное, это очень большая потеря. У него была болезнь, он болел, как бы, но он всегда бодрился, держался, старался с ребятами заниматься, тренировать их. Ну, вечная память ему. Искренние соболезнования родным и близким Александра Рогозина выражает и коллектив нашего канала. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал «Сеим».